Что, ребят, всем здорово. Сегодня 13 апреля, пятница. Заносим профиля. Профиля объемные. Вон, потащил гусей. Давай. Всем доброе утро. Время у нас сколько? 5 часов утра, кажется. Сейчас скажу точно 5. Потому что 4 с чем-то мы взяли первого. 14 апреля. 4:53. Да. 5 часов утра. Добыли. Добыли второго гуся уже. Вот там вот гумейник. И сейчас Димка принесет. Ну-ка. Готовьтесь! Пацаны, бьем! Thank you.
свидания. Блядь, я такой налетик, прям полк. Налетик, тук-тук-тук-тук. Так это уже сколько получается? Серег, держи. Да. Прошлый год, да, так. Давай, держи, там Натаха просила это. Гусей сфоткать. Держи. Вообще, ну, и они низко и медленно только шли. Только-только. Че, 18? Да. 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 Пух просто как попадал. Да. 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 Пух просто как попадал. Вот что значит смогу. Серег, ты руки поуже сделай. Не могу. Красиво, просто 5, пятерка. Не, стреляли все по месту. Я его убил, перелетят опять. Нет, хорошо, хорошо. Нет, и хорошо, что взяли и разобрали. Вовремя сказали, бьем! Ну вот, пацаны, сегодня 14 апреля. Состоялась у нас охота на гуся. За день командой добыто 18 гусей. Участвовало у нас 9 человек. Первый день открытия. На каждого по 2 гуся. Белолобые. Было 2 гуменника, но их уже отнесли в лагерь. Ну, как-то так. Ладно. Смотрите дальше. Будет день второй. Всем удачи и подписываемся на канал.